что здесь, в общем, будут представлены две музыкальных стихии, две человеческих стихии. Это такая русская народная, и бронза я яркий представитель с его таким народным антисемитизмом. Он всячески принижает Ротшильда. Ну, и есть такая местечковая еврейская линия. А вот я сейчас попытаюсь, там очень высокий голос тоже. Попробую, может быть, на фальцете, если найдется. Песня Ротшильда. Но